Для звіту слово надається президенту Китайської торгової асоціації, голові компанії Lenovo в Україні та Туреччині пану Джо Уидзян. На самом деле наша ассоциация еще очень активна. Ну, работает для улучшения бизнес-атмосферы для Китая и Украины. Например, в прошлом году наша ассоциация продвигала безвизовый режим, да, ну, там, упрощенный визовый режим для китайских бизнесменов и туристов. И сейчас наши китайские граждане могут прилететь в Украину при прибытии в аэропорт Норильска и получить визу там. А это для там, бизнес-деятельности очень удобно. Эти идеи 体现了 商业眼光, 也体现了患难情谊, 是中国企业的精英, 也是中欧友好的使者, 我在这里, 要向这些中国企业表示敬仰。